Всем привет, дорогие друзья! Вот и подходит к концу 2018 год, и пора подвести его итоги. За этот год у нас произошло много событий. Самое главное из них – это пополнение в нашей семье и рождение второго сыночка. Также за этот год наш канал значительно вырос. На конец прошлого года на нем было 100 тысяч подписчиков, сейчас уже 300 тысяч подписчиков. За 100 тысяч подписчиков мы получили серебряную кнопку YouTube. Вот так она выглядит. Для нас это определенная ступень в развитии канала, и она придает нам стимул развиваться дальше. Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы есть, за то, что вы смотрите наш канал. Очень приятно осознавать, что мы полезны и интересны. Мы читаем все комментарии, но не всегда успеваем отвечать на них, за что хотелось бы извиниться перед вами. Не всегда успеваем отвечать, потому что у нас двое маленьких ребятишек, и просто иногда не хватает времени, потому что они тоже требуют внимания. Я хочу от всей нашей семьи поздравить вас с наступающим 2019 годом. Я хочу пожелать вам здоровья, мирного неба над головой, счастья, любви, материального благополучия, душевного спокойствия. И пусть все те сокровенные мечты и желания, которые вы загадали себе в 2018 году, если они не исполнились, то в этом году обязательно исполнятся. Ну а мы, в свою очередь, постараемся сделать наш канал лучше, интереснее, полезнее. Еще раз всех с Новым годом и увидимся в следующем году!